Наступила весна. Хорошо было за городом. Зазеленели деревья. На лугах поднялась молодая трава. Скажешь о малютках? Они просто прелестны! Почему самое большое не ломается? Должно быть это индюшачье яйцо. Вот точно так же и меня провели однажды. И хлопот мне было с этими индюшатами. Никак не идут в ход. Уж я крякала, крякала. Не идут, да и конец. Я уверена, что из него выйдет необыкновенный ребенок. Как хорошо, как светло. Он совсем не похож на других. Фу, какой огромный! Гадкий! На другой день молодая мать отправилась со своими птенцами на птичий двор. Их надо было ввести в общество. Как славно он гребет лапками. Он некрасив, но у него доброе сердце. В птичьем дворе была одна жирная испанская утка. Она считалась здесь самой знатной. Сейчас я представлю вас вон той испанской утке. Видите, у нее на лапке синий лоскуток.